В 35-й серии сериала «Внутри» вы узнаете, как Сарп, едва отошедший после смерти Мелик, почти раздавлен смертью Юсуфа, которого он почитал как своего отца. Собранные улики говорят о том, что Сарп убил своего начальника Юсуфа. Сам же Сарп, находясь в камере, должен доказать всему Организе, что не виновен, и сам он полицейский. Однако это будет сложно воплотить, ведь Джераль, теперь зная, что Сарп живой, намеревается окончательно уничтожить его. Сарп стал настоящей бомбой, он намеревается отомстить Джелялю за гибель своего начальника Юсуфа. В это же время Мерт в муках из-за смерти начальника Юсуфа не может найти согласия с самим собой. Он никак не может прийти к понятию однозначности, но его побуждает действовать внезапный звонок по телефону. Именно этот неожиданный звонок перевернет все представления зрителей о сериале «Внутри», так как станет для всех самым настоящим сюрпризом. На этом все. Всем спасибо за внимание. Всем до встречи. Пока.